отработал вот это все время генеральным директором космической силы всей России. А? Вот это на пенсию. Ну не надо, я вам взял раф этот. Да, уже напечатали. Мой племянник работает выпускающим редактором «Комсомольской правды». И нас. Там они сидят на этой. У них все программы подряд. Встреча с друзьями бывает теперь неожиданно. Шутка. Вот видишь, как я загоняю машину. Хоть и созвоны случаются так по делам. Все потому, что сжигает нас наша обыденность. Так вот это. Но все равно нужно чаще встречаться бы нам. Медиа лавида и трабахавая Сибири. За столом засидеться. И в будни, и в праздники. И к утру разойтись по квартирам своим. Сколько много несут эти встречи счастья и радости. Это Ленский столбы. Нужно чаще, друзья, возвращаться к нам. Это? Золото. Просто взять и устроить застолье веселое и собраться друзьями за общим огромным столом. Наконец-то мы собрались с друзьями, которых не видели много лет, с фотографами. И вот сидим, вспоминаем нашу буйную молодость, как мы развивали фотографии в циркатах. С начала 70-х. Да. Для него это очень счастливый день. Он в кругу друзей, которые имеют то же увлечение, что и он. Как братья. Он нас примет, когда мы приедем? Да, он приглашает вас. Нет проблем. Или сколько? 5, 25 плюс бомба. Ты ну такие вот английские выучил. И мой фасиль, да, и очень просто. Да. 500 миллиметров. Сколько миллиметров? 80. 80.
Иди, иди. Ты еще до сих пор она сохранила. Старая, древняя, 16-миллиметровая. Ясень болотный. Вова делает из него луки, которые очень хорошо гнутся. Два метра. Ну, воды нету? Нету, нету. Потому что у меня летняя сушенка. Нету, нету. Пошли. Все было заснято, только неправильно. Ну дай я хоть пару кадров, но все равно. Соседним 23 человека убили. Сожгли. Немцы. Немцы, да. А немцы стреляли, ходили, так, полоску. Боялись сюда зайти. Это после какого-то бурелома. Повалялось все сосны тут реликтовые. А наша группа пробивается дальше. Комары заедают буквально. Надо, надо. Надо. Хоть бутыль. Угу. Ну рассказывай, что это такое? Как говорил, крамору, дерево вот такое. Идет тебе запись. Расскажи про дерево. Суть давай. Ага. Высоте 1 метр. И шишки брали для генофонда. Говорят, это реликтовое уникальное. Вообще нет в мире. Чтобы раскрывали. Какие-то болезни были на них. Нет, это. Это плохие. Привал. Не устал? Педро. Есть, чуть-чуть. Снимет тут это испанца. Пусть увидит, какие буреломы у нас. Не талик роз и траурный крест, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудный дом, которую ты так и не покорил. Браво! В доме культуры у нас этот кабинет специальный. Да? Мы стреляем, может, сюда. Так, все в сторону, тут опасный стрелок. Не опасный. Так, наводите нарезку. Правильно берет, все видишь. Ты смотри, правильную руку. Да. Сейчас десятку тебе. Ты видишь, что стрела стреляет? Да, ты на что стреляешь. Да, да. Да, не. Хорошо, не, хорошо. Я с Кавказа, любитель стрельбы из лука. Их переделал жестоко. Дома у меня лежит лук немецкий. Ничего не понимаю. Молоко. Она... Это точечка, вырез и центр это. Аура. Теперь. Нажимай. Теперь. Аура. О, ага. Ага.
Сейчас еще стрельнет. Не-не, так не натянь, не-не, сейчас я принесу. Опа! Не оттуда, там же не видно стрелы. Не говори когда. Давай. Аура. Пере, аура. Ого! Правый верхний красный угол бери. И тут надо поправить прицел. Что там? Какой прицел, что? На выдохе нужно нажимать. Чуть выше надо. Ага. Я буду давно смотреть. Ни звука, ни выстрела, ничего. Да, щелк что-то. Ну, а ты в прошлой жизни, наверное, был рыцарем-арбалетчиком. У меня 20 лет была усырика с лучниками, такая метафора. Я все детство ходил, минитики разрешалось. Анатолий, хай скажет, брат. Я стрелял в буток. Это правда, Толя? Я сейчас покажу, что я вытворяю на рогатке, то вас вы попадаете все. Я понял. Давай, покажи рогатку. Вон в карманах у меня там. Давай. Мы будем соревноваться, я же оттуда буду с рогаткой весь лук. Давай. Кто больше видит. Давай. Давай. Короче говоря, слушай. Можешь курица. Ты больно. Да. Так, Вова, давай-ка мы по пятку постреляем. Хорошо. Сильно бьет туда. Вон, видишь, он мне правильно Женя сказал, что она пошла не туда, куда надо. Если бы я знал, там заказал бы тебе стабилизаторов, купил бы вот этих перышки. Аура. Аура. Или сколько? Не воробьёв они. Это ж видно. Всё, ребята, счастливо. Ну хорошо, по лесу не будете ехать. Да сейчас уже на асфальт. Асфальт тоже. Ну наши дороги. Ладно, машина, конечно. Всё, Вова, кожу мы для тебя оставляем. Дай я подсяду. Посижу. Толя, а ну, давай. Давай. Вот сюда, чтобы бим. На связи. Хорошо. Так, вот это надо убрать. Это в руки до террасы. Надо. Только клеить. Давай. Все, счастливо. Давай. Все, Толя, пока, счастливо. Пока-пока, счастливенько.